И я приветствую вас, мужчины, на связи Антон Бритва. Так уж получилось, что на нашем тренинге я буду вести блог, который связан с укреплением моральных, нравственных и волевых качеств, с развитием твоей силы воли и самодисциплины. И вот я уже твердо могу сказать, что для того, чтобы продвинуться на одну ступень дальше, и для того, чтобы стать сильнее внутренне, нужно понять, где твои слабые стороны. Причем то представление о себе и о своих слабых сторонах, которые имеем мы, и то представление о слабых сторонах, которые, к примеру, имеют близкие люди, они могут немного различаться. Поэтому наша задача, сформировав комплексную картину, понять, а куда на самом деле нам нужно идти развиваться. И, конечно же, разобраться со своими слабыми сторонами. Задание, которое я для тебя приготовил, оно довольно простое. Сегодня вечером, днем или утром, я не знаю, когда ты смотришь это видео, тебе нужно будет взять мобильный телефон, найти в записной книжке номера 3 или 5 людей, которые тебя хорошо знают, родных, близких, знакомых, друзей, тех, кто способен честно дать тебе обратную связь. Проще говоря, рассказать о твоих слабых сторонах. Какие слабые стороны личности или какие отрицательные качества твоего характера эти люди знают, на что они могут тебе указать. Скажу тебе по секрету, что все то, о чем скажут тебе люди, это скрытые зоны твоего роста. И разобравшись, в том числе у нас на тренинге, с этими слабыми сторонами, ты в короткий промежуток времени сможешь вывести себя на принципиально иной уровень, начать получать от жизни новые результаты и значительно улучшить качественно собственную жизнь. Итак, что необходимо? Берешь мобильный телефон, берешь тетрадку, берешь ручку, дозваниваешься до 5 человек и по телефону выспрашиваешь у них, какие слабые стороны личности, какие отрицательные качества твоего характера эти люди видят. Что с тобой не так, что не работает? Ну, к примеру, не держишь слова, не перезваниваешь вовремя, не выполняешь обещания, опаздываешь, врешь себе, слишком мягкотел или наоборот слишком жесткий, слишком эгоистичен или наоборот слишком много думаешь о других людях. Это твоя история, и то, что тебе скажут люди, важно записать. Дело в том, что на мероприятии мы начнем разбираться с той обратной связью, которую ты получишь от людей, и будем трансформировать слабые качества личности в твои сильные стороны. Поэтому не откладывай на потом, выполняй задание, и до встречи на тренинге. Пока!